Привет! Добро пожаловать на мой канал «Королевство вкусных блюд». С вами Оля. Я предлагаю необычный рецепт на масленицу – креветочные блины. Они получаются очень вкусными, не сладкими. Их можно подавать как со сметаной, так и с плавленным сыром. Идеально подойдут для любого завтрака. Можно взять деткам даже в школу. Все ингредиенты и описание этого рецепта также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить! Берем очищенные креветки. Отвариваем креветки в подсоленной воде. Можно добавить лимон, я не добавляла. Готовые креветки перекладываем, даем им немного остыть. Затем перекладываем в высокую емкость, где будем готовить блинное тесто. Добавляем яйца, соль, сахар, растительное масло, для того, чтобы не смазывать постоянно нашу сковороду. Часть молока. И все хорошо измельчаем до однородной массы. При этом создаем вот такие пузырьки. Наливаем оставшееся молоко. Добавляем часть муки. Разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем оставшуюся муку и еще раз хорошо перемешиваем. Тесто получается не сильно жидким, но так должно быть. Жарим на разогретой сковороде, смазываем сначала растительным маслом, дальше нам делать этого не надо будет, так как мы растительное масло добавляли в блинное тесто. Формируем блин, распределяем его полностью по дну сковороды и обжариваем на среднем огне с обоих сторон до золотистого цвета. Так проделываем с оставшимися блинами, уже не смазывая сковороду. Прилипать оно не будет. В тесте есть растительное масло, и это дает возможность не смазывать все время. Готовые блины перекладываем на блюдо, на котором будем подавать к столу. Вот такие блины у нас получаются. Дырчатые, ароматные и очень вкусные. Они понравятся и вам, и деткам. Подавать можно со сметаной и сплавленным сыром. И так будет очень вкусно. Но можно кушать и просто с чаем. Хотела добавить, что креветки можно заменить на крабовые палочки. Вот так можно смазывать плавленным сыром полностью поверхность блина и заворачивать в трубочку. Вот такие блинчики у нас сегодня получились. Посмотрите, как смотрятся в разрезе с плавленным сыром. Подавайте так, как вам больше понравится. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!